Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телевидение «Мир», программа «Афиша». Мы говорим о культуре и искусстве, и ничего более. «Афиша» – программа авторская, а из этого следует, что всю ответственность за сказанное несу я, автор, Вадим Климов. Говорю это специально, потому что та критика, которая обычно присутствует в моих материалах, не всегда нравится героям наших сюжетов. Ну что ж, таков жанр программы «Афиша». Мы не новости культуры в обычном представлении. Но перейдем к программе. Сегодня будет несколько сюжетов разной тематики. Это и изобразительное искусство. На неделе открылось сразу две выставки – в городском молодежном информационном центре и в галерее «Турина гора». Расскажем и о музыке, от откровенной попсы до классики. Мы покажем и расскажем, как прошло выступление шоу театра «Калейдоскоп», посвященное юбилею. И, конечно же, поведаем о кинопремьере в киноконцертном развлекательном комплексе «Мир», вновь «Матрица», часть 3, «Революция». Ну а в финале программы традиционно новости и анонсы. Программа «Афиша» выходит при поддержке Краевого коммерческого Сибирского социального банка. Василий Кукса до 2001 года был малозаметным, но уверенным в своем стиле художником-пейзажистом и, наверное, маловыразительным. И как пишут о нем искусствоведы, цитата, Василий Кукса из нового поколения художников, пришедших в профессиональное искусство в середине 90-х годов прошлого века, которое принесло в алтайскую пейзажную живопись новые ноты, иное понимание жанра. Конец цитаты. Трудно согласиться с этим, глядя на горные пейзажи этого автора. Они традиционны. Но в 2001 году художник посетил Францию, и многое изменилось. Раньше я здесь, как видел, только горный Алтай, общался больше с пейзажем нашим алтайским, поэтому изображал, естественно, это то, что здесь вокруг есть. Потом, вообще-то, до поездки во Францию даже появлялись работы, связанные с Барновым. Ну, то есть архитектурные пейзажи. И как-то постепенно перешел на городской пейзаж. И, может быть, поездка действительно как-то вдохновила. Там и архитектура поинтереснее, поразнообразнее. И темы для работы предостаточно много там. Та жанровая стилистика, в которой работает художник, а это не распространенный лирический пейзаж, скорее романтический. Ну, как романтики-путешественники, что ехали за туманами и за запахом тайгой. Василий Кукса гонится за натурой. Благо, горный Алтай – это благословенный край, дающий художнику необходимый материал. Вы любите писать с натуры и именно посещать горный Алтай, то есть ходить в эти творческие экспедиции? Конечно, все работы, в первую очередь, они связаны с натурой. Может быть, даже выполнены в мастерской впоследствии, но это сделано по этюдам. Ничего здесь надуманного, придуманного нет, все это реально. Где-то, может, как-то композиционно немножко меняю, но впечатления остаются тоже, надеюсь. И узнаются места, как связанные с горным Алтаем, так и городские архитектурные какие-то пейзажи, работы. В общем, ничего придуманного здесь нет. Василий Кукса – приятный человек, скромный, обаятельный, его работы неплохо покупаются. И понятно почему. Горный пейзаж – тема вечная и популярная. Но насколько эмоционально могут быть другими его работы? Посмотрите его яркий ночной Париж с уверенным, мощным мазком, выполненным на контрасте, и с вполне оригинальным композиционным решением. Правы те, кто уверяет в тихом омуте, ну а далее все знают, что водится. И пора тебя будет. В городском молодежном информационном центре открылась новая экспозиция. Я рад, что это выставка нашего коллеги, телевизионного журналиста Анатолия Корчуганова. И зрители, которые сюда придут, смогут познакомиться с другим его творчеством. Скажите, пожалуйста, вы во взрослом состоянии, в возрасте начали заниматься изобразительным искусством и нашли для себя такую очень интересную, своеобразную стилистику. И что же вас подтолкнуло к изобразительному искусству? Ну, на этот вопрос, наверное, трудно найти какой-то однозначный ответ. Я могу сказать так, что, в общем-то, я одно время пытался там что-то вырезать из дерева, какие-то маски, там, мне еще не было 40 лет. А живопись родилась, вот здесь представлены работы 1998-2003 года, то есть 5 лет.
Хотя первые как бы пробы такие, они относятся к 96-му году. Случайные обломки ДВП, масляная краска, вот то самое состояние волшебства, которое появляется в момент, когда ты берешь кисть, смешиваешь краски и что-то наносишь. А как они появляются, мне трудно сказать, потому что это работы не натурные, они все головные. Вот как раз об этом я и хотел сказать. Они все наполнены внутренним смыслом, информацией. Это от миропонимания или все же от профессиональной деятельности? Я думаю, здесь много составных, начиная с многочтения, профессиональных своих непосредственных занятий. Вот, журналистика многолетняя, я в ней, слава богу, уже четверть века, наверное, проработал. Для меня во многом вот занятие живописью и графикой – это как бы спасение от своих непосредственных занятий от журналистики. Не мне вам рассказывать, что журналистика – вещь очень тяжелая, она выматывает и душу, и мозг, и там, казалось бы, когда ничего не остается, вот, ты просто берешь в руки кисть, перо и вперед. Для творческой манеры Анатолия Корчуганова характерна детская искренность и в то же время глубокая философичность, житейская мудрость, знание тайников человеческой души. Используя технику художников-примитивистов, стилизуя подчас своей работы под народный лубок, нарушая многие общепринятые законы живописи и графики, художник творит свои странные и удивительные миры, так создавая бесконечную вязь лиц, вещей, геометрических конструкций и пытаясь таким образом запечатлеть уходящую каждодневную жизнь. Анатолию Корчуганову удается раздвинуть горизонты возможного и сказать что-то свое в мире художественной бесконечности. Вот так о художнике говорит известный в узких кругах местный писатель Владимир Токмаков. Симфонический сезон – это не только концерты самого симфонического оркестра, но и других ансамблей, выходцев из оркестра, например, брас-квинтета. Это ансамбль медных духовых инструментов. Состав оригинален, но в то же время это классическая форма. Для такого ансамбля существует достаточное количество сочинений и аранжировок. От классики до эстрадных шлягеров. И брас-квинтет Краевой филармонии великолепно исполняет весь этот широкий репертуар. Публики, конечно, было мало, к сожалению. Но, как сказал один из зрителей после концерта, никакой хай-файный аппарат не передает дыхание живой музыки и пространство концертного зала. И еще, где можно за 30 рублей наслаждаться профессиональным исполнением сочинений, которые наверняка не встретятся на звуконосителях. Филармонический сезон разворачивается. 11-го выступает оркестр. Дирижировать будет художественный руководитель Владимир Жилов. А солировать – вокалистка из Москвы, лауреат международных конкурсов Татьяна Атавина, меццо-сопрано. А 13-го играет квинтет деревянных духовых инструментов. И это тоже интересно и познавательно. Юбилей шоу-театра «Калейдоскоп» провели в Театре драмы. Удивительный феномен этого коллектива привлек на празднование огромное количество поклонников. Меняя друг друга, через этот кружок самодеятельности прошло достаточно много людей, среди которых были, естественно, и талантливые. Поколения менялись, но бренд «Калейдоскопа» остался. Совершенно непонятна причина, отчего из множества подобных коллективов конкурентоспособным остался только один. Удивительный факт, но ничего кроме того, что это сочетание обстоятельств на ум не приходит. Со временем название стало работать на себя. Многие, пробуя себя в этом жанре, стремились попасть именно в этот коллектив. Оставляя же «Калейдоскоп», начиная заниматься другими проектами, они автоматически продвигали имя своего прежнего театра. Яркий пример – Виталий Гасаев. Его, естественно, тоже позвали на торжество. Занимающийся сольной карьерой, он произносит слова благодарности коллективу, что был для него родной. И в этот вечер он вновь говорил о своих чувствах. И не он один.
Все мероприятие было окрашено визитами на сцену множества именитых людей города, обменом любезностей, что превратилось в затянутый спектакль передачи даров. Хотя само действие было задумано неплохо. Очень впечатлил фотоальбом с выходом на сцену всех персонажей, помещенных на фотокарточку лет 20-25 тому назад. Феерическое шоу сопровождалось музыкальными сценами. Явление массовой культуры еще никто покуда не отменил, и зал был в восторге от самого действа и предлагаемого продукта. У коллектива есть знание того, что нравится публике, и это сразу чувствуется. Хорошая организация саунда, и здесь же использование столь неуместных музыкальных образов для оформления. Воистину, калейдоскоп – явление феноменальное и столь же парадоксальное. Шоу-театр можно поздравить с юбилеем. Ведь 25 лет творческому коллективу – наглядный пример тому, что зачастую бренд много важнее исполнения и техники. «Гриша дай» – так называется очередной поп-продукт барнаульской эстрады. И Гриша давал. Для начала он дал много денег за аренду театра драмы, чтобы прямо на театральной площадке, заметьте, на самой именитой сцене города – провести презентацию своего альбома. А потом он уж дал на сцене. За кулисами говорили, что давно не помнят мероприятие, которое было бы столь же продолжительным. И действительно, программа была растянута почти на 4 часа действа, что утомило даже самых стойких почитателей творчества Исаяна. Сам концерт, конечно, неоднозначен. С одной стороны, праздник порадовал такими приглашенными звездами, как и артист и почти Пан Мезенцев, и саксофонист Николай Казаков. Прекрасные восточные девушки исполняли танец живота, студия танца «Лариса» тоже украсила собой сцену. А с другой стороны, в воздухе витал вопрос. Может быть, администрации театра драмы стоит организовать некий фейс-контроль для тех, кто хочет арендовать зал на вечер? Ведь, попросту говоря, никаких вокальных данных или музыкальных аранжировок Григорий не представил зрителям в этот вечер, да и в другой, наверное. Известный в узких кругах, он неожиданно появился на сцене театра, ведь сами подмостки уже к чему-то обязывают. Это ли не повод подумать о соответствии уровню? Зал был заполнен красивыми и горячими представителями армянской диаспоры, которые пришли поддержать своего соотечественника. Но боюсь, что это просто дань уважения, но не почитание таланта. То, что исполняет Григорий, идеально подходит для вечера в ресторане или в кафе, кому как нравится. Но слегка шокирует на сцене театра. В любом случае, нужно отдать должное. Он выпустил пластинку, и не первую. Кое-как собрал половину зала. Это ли не успех для молодого харизматичного персонажа, кто заявил себя на барнаульской сцене? Да уж тем более так помпезно. Ожидали праздника. И сразу скажу, несмотря на все происки злопыхателей, праздник был с нами. Началось все прекрасно. В фойе первого этажа играла музыка, публика разбрелась по барам и кафе в ожидании главного – премьеры «Матрицы». Фишка в том, что более чем в 60 странах мира единовременно начинался кинопоказ этого кинособытия. Но еще раз «но». Кто-то из глупости, зависти, жадности или еще чего сообщил анонимно, естественно, что киноконцертный развлекательный комплекс «Мир» заминирован. И по инструкции милиция всех попросила освободить помещение, и более часа публика была в ожидании. И все же дождалась, потом продолжили. Розыгрыши призов, торт в честь первой годовщины возрожденного мира и главное событие – «Матрица», «Революция». И каково же кино? Надо смотреть. Что тут говорить? Спасибо вам, и я выражаю благодарность от всей администрации киноконцертного комплекса «Мир» за то, что вы действительно отважно провели время на морозе, и сейчас все вместе здесь будете участниками розыгрыша и просмотра фильма, который сегодня стартанул во многих странах мира. Итак, ряд номер 14. Ряд номер 14. Отлично. Мы разыгрываем в данный момент кофеварку Moulin X. Кто мне скажет, где здесь? 11 ряд, 31 место. Получает у нас чайник. Этот подарок ваш. Поздравляем. 3-4.
Доброе утро. Кто ты? Меня зовут Сати, а тебя Нео. Папа сказал, что ты не должен здесь быть, что ты, наверное, заблудился. Ты заблудился, Нео? Это не радикальные фанатики. Они просто сильно любят футбол и свою команду. А у нас команда «Динамо». А группировка, соответственно, называется «West Siberian Dynamite». Они, конечно, отличаются от других болельщиков, но не намного. Не стоит верить, что они хулиганы. 1 ноября в клубе «Зебра» они по-своему отметили закрытие футбольного сезона грандиозной рок-вечеринкой, на которой вышли на сцену сначала барнаульские команды, автономный режим и группа 9, а затем гости, известная новосибирская рок-группа «Путти». Это такие легенды сибирского панк-рока. А уж потом гости из столицы, группа «Приключения электроников». Эти озорные ребята перепевают суперпопулярные хиты советских времен в своем стиле. Как и следовало ожидать, вечеринка превратилась в развеселое удалое буйство в рамках закона. С кричалками футбольными, например, такими: «Дайте мне женщину белую-белую, я из нее сине-белую сделаю. Дайте мне женщину синюю-синюю, я проведу по ней белую линию». Конечно, публика скандировала «Динамо Алтай» и не один раз. Барнаульским футбольным болельщикам было чему радоваться. По окончанию сезона все же второе место. А фанаты нашего «Динамо» – болельщики преданные. Вот они и отрывались на радостях под зажигательный рок-н-ролл. Дамы и господа, в начале программы я говорил о том, что мы не можем делать программу хвалебную. И не потому, что без критических замечаний она будет неинтересна. Нет, хочется быть честным, и мы можем себе это позволить, потому что у нас нет проплаченных сюжетов. И еще, главная наша задача – это пропаганда местного искусства, любого творчества. Но если есть серость и убогость, нельзя же этого не замечать. Но перейдем к анонсам. Это тоже важный момент. 11-го в зале «АГИК» Ленина 66, концерт симфонического оркестра, дирижер, художественный руководитель Владимир Рылов. 13-го там же играет квинтет духовых деревянных инструментов. А 16-го в Барнауле единственный концерт известного автора-исполнителя Олега Митяева. Концерт пройдет в ДК «Моторостроителей». Олег Митяев с программой «Лучшие старые и новые песни». Ждем вас 16 ноября в ДК «Моторостроителей». Начало концерта в 18:30. Телефоны для справок 33-60-90, 33-60-09. 25-го в Дворце спорта дискотека «Авария» с программой «Маньяки». 27-го джазовый фестиваль в драмтеатре, а 28-го в клубе «Зебра» играет питерская группа «Пилот». 19-го в концертном зале «АГИК» выступает Олег Атманов, баян всея Руси. И я бы не пошел. Но летом мы встретились с ним на Телецком озере в Горном Алтае, поговорили, и как-то мне стало интересно. Он столько раз бывал в Барнауле, а я ни разу не ходил на его концерт. Теперь схожу. О киноконцертном развлекательном комплексе «Мир» было сказано сегодня уже немало. Для тех, кто не успел сходить на премьеру блокбастера «Матрица. Часть 3. Революция», не расстраивайтесь, он будет еще демонстрироваться пару недель. До свидания, до встречи в эфире. Ты приедешь? Да.
Такси Сити 61 11 11.